Вот Каспийское море, и вот тут камень. Я в воде. И на камень сидят бабочки. Этих бабочек много. По всему городу много. Берег Каспийского моря. Там город Ахтал. Там надувная лодка и рыбак. Там тоже рыбаки везде. Ну, можно вот искупаться здесь. Видно, что много бутылочных осколков. И я правильно сделал, что зашел именно в тапочках. Ну, вот такая вот идиллия морская. На этом завершу этот видеоролик и сполоснусь, окунусь.